Сохранить здоровье и предупредить болезнь. В образовательных учреждениях Самары полным ходом идет прививочная кампания. Родители учеников школы номер 176 относятся к процедуре с пониманием и в большинстве своем отправляют детей на вакцинацию. В этом году очень успешно проходит эта кампания. Ну, наверное, люди сами стали понимать, что вакцинация – это очень важный аспект в жизни каждой семьи и тем более безопасности наших детей. За 5 дней в школе номер 176 привили уже более 300 учеников. Медики используют высокоэффективную отечественную вакцину, которая борется с 3 видами гриппа. Она вызывает выработку антител в организме, которые защищают, заставляют иммунитет работать. И, значит, иммунитет срабатывает, и дети защищены от этой инфекции. Или, во всяком случае, они перенесут намного легче эту инфекцию, от которой мы делаем прививки. Дети, которые учатся в 176-й школе, рассуждают о прививках как взрослые. По их мнению, пройти вакцинацию должен каждый. Чтобы обезопасить себя и свой организм от вируса, от заболеваний и от гриппа. Прививочная кампания проходит и в детских садах. Родители дают согласие на проведение прививок в условиях детского сада. Кто не дает согласия, идут в поликлинику и к своему врачу делают прививку. Малыши из детского сада прививок вовсе не боятся. Преодолеть страх перед дверями медицинского кабинета им помогают врачи. Пытаемся задавать вопросы, чтобы отличить ребенка от основной нашей темы, как говорится, от прививки. Спрашиваем, сколько лет, как настроение, как зовут. Все в таком темпе проходит. Вакцинация в школах и детских садах Самары продлится до конца сентября. Чтобы ребенку сделали прививку от гриппа и ОРВИ, родителям достаточно просто дать согласие на эту процедуру. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.